Всем привет! Сегодня 22 января. Сегодня очень много замечательных праздников и событий. И сегодня об этом я вам расскажу. И один из них — День Соборности Украины. И День Дедушки в Польше. А в народном календаре — Филиппов день. И именины в этот день отмечают: Антонина, Захар, Павел, Петр и Филипп. Еще в этот день есть знаменательные события. В 1630 году день рождения воздушной кукурузы или попкорна. В 1905 году кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года. В 1969 году произошло покушение на генсека СССР Леонида Брежнева. В 1980 году началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова. В 1990 году Роберта Морриса осудили за червя. И родились в этот день, в 1440 году, Иван III, великий князь московский. В 1561 году Фрэнсис Бэкон, английский философ. В 1788 году Джордж Байрон, английский поэт, романтик. В 1815 году Феофан Затворник, русский богослов и проповедник. В 1898 году Сергей Эйзенштейн, советский режиссер, сценарист, теоретик кино, педагог и художник. А в 1904 году Аркадий Гайдар, советский детский писатель. В 1935 году Валентина Талызина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. В 1954 году Леонид Ярмольник, российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий. А в 1922 году Юрий Левитанский, советский поэт, переводчик, педагог. И в 1908 году Лев Ландау, советский физик, академик, нобелевский лауреат. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.